Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Ну что же, давайте продолжим нашу историю. Будем по-прежнему защищать наше владение Серебролесье. Перекрыв проход через Двухречье, мы несколько дней спешили к заставе Серебролесья, но встретили нас невесело. Гарнизон успел отразить несколько атак за последние дни, а сейчас на нас идет могучая армия. Хорошо, я, наверное, готов ее отразить. Так, а где у меня мой главный герой? Вот здесь. Мне хочется, чтобы ты стоял вот здесь вот. Давай, 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 беги быстрее. Так, сюда мы поставим с вами, наверное, бомбарду. Сюда поставим лучников. Здесь заставу сделаем. А здесь магов. Наверное, вот как-то так мы с вами сделаем. Ну что же, попробуем. Будем приступать. Так, у меня еще есть подкрепление, если что. Давай, давай. Воюем, ребята, воюем. И сразу же, конечно же, будем все это дело улучшать. Ах ты, елки-палки, у нас же еще здесь тропинка есть. Я что-то ее как-то проглядел. Ё-моё, если сейчас отсюда попрут, тут уже навряд ли я что-то смогу отразить. Но бомбарда одна не справится, поэтому нам придется сюда что-то втыкать. Давайте, наверное, может быть, заставу поставим. Вот так хотя бы. Но это, я думаю, не спасет ситуацию. Так, у нас здесь еще башня лучников, улучшенная уже причем. Ладно, хорошо, посмотрим, как у нас тут будут обстоять дела. Ну, пока, как видим, мы справляемся. Но это пока. О, вот она. Смотрите, ребята, уже волна готовится. Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, придется мне вот так вот сделать. Ох ты, как это вы... Какого лешего вы проскакали, а? Застава, давай. Их нужно задержать во что бы то ни стало. Давай-давай-давай-давай. Отлично. А кто же с этой у нас стороны пойдет? Огромные пауки, 7 штук. Ну вот и приплыли, ребят. Давайте хотя бы глянем. Так, я могу улучшить. Ну, еще подкрепление вызвать, если что. Слушайте, ну, пауки-то, я смотрю, да, должны им справиться, они легкие. Разбираются с полтычка. Так, это хорошо. А дальше кто? Огромные пауки, уже 8 штук. Ой-ой-ой, как это мне не нравится. И что-нибудь можем? Можем мы с вами поставить лучников. Ну, давайте тогда смотреть. Так, хорошо идет. Бомбарда у нас справляется, артиллерия. Так, если что, мы еще сюда... А, нет, не стоит, наверное, подкрепление вызывать. Пока все хорошо. Так, а здесь у нас кто? Налетчики, разбойники. Ух ты. Башня стрелков 4 уровня. Лесные братья. Максимальная скорость и отличная дальнобойность. Это, конечно, все хорошо, ребят, но мне нужны деньги. Огромные пауки, быстрые и жестокие враги, защищенные от магии. Ага, значит, магия их не берет, но зато берет, наверное, артиллерия и лучники. Ну и, естественно, моя пехота. Ох, как вас тут много, а? Ну, если что, у меня еще есть метеоритный дождь. Неохота, конечно, было бы его тратить вот на эту шелупень всю. Но если не будем справляться, уже придется, конечно же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как же так? Так, ну ладно, тут еще башня лучников. Я думаю, она поможет мне. Да как вы тут умудряетесь пробежать-то все, а? Задерживаем. Ай-яй-яй, давай-давай-давай-давай. Неужели дождь придется тратить, а, ребят? Ага. Фу, справились хорошо. 242... Золото у меня. Давайте вот здесь, наверное, с вами улучшим. Не зря ли я это сделал. И вот здесь. Ох, как сложно-то стало уже. А ну-ка, давай-ка еще сюда подкрепление. Мне бы, конечно, бомбарду, но 320 голды нужно найти, как-то выбить. И тогда у нас, я думаю, будет все на мази. Давай-давай, не пропускаем, не пропускаем. Ни один не должен пройти. Так, хорошо, здесь вроде бы нормуль. Какой хитрый, а.
Солдатики поспевают вовремя, все как раз то, что нам нужно. Так, этого, наверное, можно сюда перетащить. Все равно там пока ничего такого особого нету. Пускай помогает здесь. 231 голда. Не хватает все равно, но мы можем башню улучшить, лучников. Ладно, не будем пока ничего делать. Вульфы, 15 штук. Блин, это волки. Это волки. Они очень быстрые, могут проскочить. Но зато в то же время они и легкие. Так, давай. О, бомбарду улучшаем. Отлично. Ну что, вроде бы пока справляемся. Это что еще такое? Варги. Быстрые и коварные звери, способные уклоняться от атак в ближнем бою и сопротивляться магии. Ну, как всегда. Как всегда, ребята. От атак они, значит, да, могут уворачиваться. Но от бомбарды-то, извини меня, никуда не увернешься. 166. Давай вот так вот сделаем. Вау. Укрепили своих ребят. Ждем очередную волну. Опять варги, да? Хорошо. Слушайте, бомбарду надо еще куда-то мне поставить. И я вот, наверное, вот сюда ее поставлю. Да. Как говорится, для прикрытия. Ну, убьешь варга, нет? Вот так вот. Ну что, пока справляемся. Сколько еще волн? О, еще 6 волн будет. С этой стороны. Так, давай, бродяга, быстрее вот сюда беги. Черт, хотел посмотреть, кто там у нас будет идти-то. Ага, здесь только паучки, я так понимаю. Потому что здесь, видите, паутиной весь лес зарос. Скорее всего, да, так и будет. Ну что же, это нам даже неплохой бонус. Для того, что мы с вами можем зарабатывать деньжата. Они легенькие, простенькие. То, что нам нужно. Даже, наверное, хотя давайте вызовем подкрепление. На всякий случай. Какие вы все-таки слабые у меня, крестьяне, ё-моё. Разбирайтесь быстро очень. Жалко, их нельзя, наверное, как-то укрепить. Матриарх. 3 штуки, что за матриарх еще? Ага, вот он. Обладает высоким сопротивлением к магии и может создавать паучков. Это своего рода матка, да, значит, такая идет. Яйца откладывает, ага, понятно. Елки-палки. Сейчас еще паучки, наверное, будут разрождаться, да? Ну, очень хорошо, что у меня бомбарда здесь стоит, бомбит их. Так, лучников могу улучшить. Лесные братья. Ха-ха, о! Ядовитые стрелы. Отравляет врагов, нанося им 15 очков урона за 3 секунды. Хорошо, а здесь призывать терновник и лианы, которые сковывают врагов, нанося 40 очков урона в секунду, в течение 1 секунды. То есть урон в секунду по максималке. Вот и все. Так, давай подкрепление. Ага, крестьяне с топорами. Денег маловато. А тут кто у нас? 6 матриархов. Оу, а здесь-то, ё-моё. Какого перепуга вы прёте, варги. Нам кровь из носа, нужно что-то, ребят, с вами делать, укреплять дальше свои позиции. Потому что я боюсь, с каждым разом волна будет больше, больше, больше. И вот как, например, здесь варг один проскочил, а. Ну-ка, попробуем его задержать хотя бы немножко. Все. Спекся, варк. Денег хватает. Давайте-ка мы с вами терновник сделаем. Если, как там говорится, он задержит врагов, опутывая их, то это очень даже хорошо нам поможет. Ну что, придется сразу волну следующую вызывать, потому что денег у нас нет на улучшение. Нам придется с вами бороться тем, что у нас есть. Бомбарду я больше улучшить не могу, к сожалению. Гаубица это называется вообще-то. Хотя поначалу называли они ее бомбардой. Эй-эй-эй-эй-эй, вот так вот мы не договаривались, по-моему, ребят. Черт подери. Блин, неужели придется? Ой-ой-ой-ой-ой, как все запущено. Но здесь, ладно, хорошо, здесь они не прошли. Вот здесь мы сделаем вот так. Ох, какая заваруха. Слушайте, я думаю, что рыцарю в самую пору вот сюда перебегать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, куда это вы собрались? Улучшить-то я могу? Могу. Вот.
И отравление поставим. Ай, как все напряженно, ребят. Как все здесь напряженно. Застава, конечно, никудышная, но тем не менее, она хотя бы нам поможет сдержать немножко здесь врагов. Ух, последняя волна сейчас будет. Ядрена вошь. И я думаю, что будет мародер, налетчик-разбойник. Сейчас все будет, наверное, ковар. О, это кто такой? Мародер. Могучие, опытные и хорошо вооруженные бойцы, командующие бандитами и грабителями. То есть это как получается предводитель. Точно. Знаете, на кого похож? На гладиатора. Именно раньше у них вот такие вот были снаряжения. Краги, шлем, ну и нагрудник. Ну, если что, у меня еще есть метеоритный дождь. Мы об этом не забываем, ребята. Слушайте, мне бы магов как-то улучшить. Ох, как тут тяжело-то. Даже бомбарда, к сожалению, почему-то не справляется. Ай-яй-яй-яй-яй. Придется, ребята, мне вот так вот делать. Не было выбора. И что я этим добился? Ровным счетом ничего. Ох-ох-ох-шечки, хо-хо. Хорошо, что у меня здесь... Ну, правда, такие лопушки эти у меня... Вот, немножко мы их укрепим. Не пройдешь. Он, тем более, отравлен. Падай, падай, сказал. Надеюсь, это была последняя волна, да? Ох, ребята, хорошо-то как. Прошли мы с вами эту заварушку. Получили 3 звезды. Сейчас, естественно, мы... Получить чего? За 30 долларов? Да, ну и ценник тут, конечно, у вас, ребята. Открыт герой. Тихо. А, тиха словно ночь. И столько же прекрасно, сколь смертоносно. Ее чары унесли не меньше жизни, чем ее стрелы. Это лучник у нас герой, да? Хм. А насколько она... Вот по хпшкам отстает. По урону тоже. Ну да, то что у нее дальний бой. Даже не знаю. Я, наверное, пока не буду, ребята, брать. Меня вполне устраивает Геральт. Так его, пожалуй, оставим. А здесь у нас что? Так, увеличит радиус атаки стрелков. Вот это вот надо, потому что стрелки у нас идут практически против всего. И больше я, к сожалению, ничего... А нет, вот здесь могу. Казармы выпускают солдат с улучшенной броней. Магические атаки снижают физическую защиту врага с каждым ударом. Увеличивает радиус атаки артиллерии. Ну здесь сколько... А, это у нас выучено. Да, это у нас выучено. Получается, я больше ничего не могу сделать, вот кроме вот этого. Хорошо, будем пытаться так с вами как-то пройти. Так, цитадель. У нас ушло несколько дней на то, чтобы добраться до Линерея. Теперь мы должны закрепиться у ее южных стен. Король решил усилить ваши и без того закаленные войска еще двумя подразделениями. Волшебники обеспечат вас мощной огневой поддержкой, а гордые паладины поднимут боевой дух солдат своей отвагой. Маги и паладины? Волшебные, да, значит? Очень высокий урон, эффективно против врагов в доспехах. Ага, это маги у нас улучшается, башня 4 уровня. И казарма 4 уровня, святость, призывает паладинов в тяжелой броне, способных дольше сдерживать врагов. Надеюсь, это мне как-то поможет. Ох ты. Вот здесь у меня получается застава. Придется вот здесь держать оборону, ребят. Смотрите, с двух сторон, даже с трех. Отсюда, отсюда и вот прямо будут выходить враги. Я даже и не знаю, что мне и как сделать. Давайте, наверное, вот здесь поставим. Блин, я не знаю, что поставить лучше. Давайте, наверное, лучников. И здесь лучников. Эх, как тяжело. Тяжелый выбор, очень тяжелый. Бомбарды, наверное, поставим. И куда же мне влепить моих-то магов? Вот сюда, скорее всего, надо влепить их. Ой, не знаю, ребята, правильно ли, неправильно. Так, подожди-ка, может быть, нам лучше... Нет, артиллерию не хватает. Ладно, не будем пока больше тратить деньги. Посмотрим, что у нас здесь получится. По крайней мере, мне дали паладинов. Враги в крепких доспехах. Некоторые враги носят тяжелые доспехи и почти невосприимчивы к физическому урону. Используйте магию. Да, вот так вот, ребята, используйте магию. Это нам
тонкий намек на то, что здесь будут крепкие ребята. И нужно раскачивать, естественно, магию. Хорошо, мы, естественно, с вами попробуем. Если мы даже вот здесь вот поставим по две башни магов. Слушайте, ну они наверняка пошлют тех врагов, у которых будет, как сказать, иммунитет к магии. Специально для нас. Кто здесь у нас бежит? Ну, покажите. Хорошо. Это у нас налетчики. Налетчики-залетчики. Ой, бомбарда их вообще практически не берет. Да и лучники как-то еле-еле справляются. Коварно все это, коварно. Паладины как-то, ну, вроде бы еще справляются. По чуть-чуть, правда. Ну, давай, магия, бомби. Здесь они точно не пройдут. Здесь у меня главный герой стоит. Плюс два паладина. Так что пускай особо глюбишки сильно не раскатывают. Опа! Темный рыцарь. Соблазнившийся темной силой рыцарей в полном боевом облачении. Практически не замечает вражеских атак. Вот вы меня порадовали тут, а? Вот он. Ты посмотри, какой крепкий малый, а? Бежит. По одному пока вышло. Но здесь следующая волна. Гоблины, орки и шаманы. Ну, с этими ребятами мы уже встречались. Думаю, справимся как-нибудь. Ты посмотри, какие крепкие, а? Ну и сколько, интересно, с голды нам дадут за этих двух, как их там, рыцарей темных. Маловато, не хватает. Буквально чуть-чуть не хватает. Вот и волна следующая бежит. Так, ну с этими ребятами мы должны с вами справиться. Я вот сюда еще подкрепление поставлю. Поставь, а нет, побежали. О, вот это хорошо. Так, бомбарда, давай. Гаубица, улучшайся. Такая, динамитными шашками бросает. Там, бэу, нормуль. Так, а здесь у нас, это уже у нас орки. Еще шаманы должны быть где-то. Да что такое, что за наводнение такое большое? Вот они пошли в самом конце. Может быть, вот здесь немножко задержать их? Ай-яй-яй, лишь бы справиться, лишь бы нам одолеть. Что за звук такой? А, это у нас шаманы магию там применяют. Нет, никаких вам уступков не будет. О, башню могу улучшить. И здесь. Вот. Только они, правда, вот здесь не достают, ребята. Только на коротком плече. Радиус, конечно, не ахти. Вот буквально мы с вами не достаем. Что тут еще? Горгулья. Злобные крылатые создания, легко перелетающие казармы и артиллерию. Ну, я так и думал, что будет какой-то подвох. Это означает, что только стрелки и маги мои могут их сдерживать. Даже подкрепление здесь бесполезно вызывать. 240 нужно для усиления моей магической башни. Кстати, там же у нас что-то новенькое появится. Так, ну что, вроде бы пока хорошо справляются. Замечательно. Даже вот эти вот рыцари бы здесь ничего бы не могли сделать против горгулей, не будь у меня башен и лучников. Ну что, следующую волну, кто у нас тут? Налетчики и один мародер. Ну давайте выходить, Шанропа, я готов, в принципе. Что же мне? Нет, наверное, все-таки будем улучшать магическую башню. Хотя лучники бы тоже. А лучше бы, конечно, вот бомбарду. Артиллерию улучшить. Так, что-то мне не нравится, как тут у нас идет развязочка. Во, давай вот так вот сделаем. А самое, ребят, плохое, когда пойдут вот эти вот, ого-го-го, пехотинцы плюс горгули. У меня будут лучники стрелять, наверное, по пехотинцам, а горгули в этот момент будут пролетать. Вот мне почему-то так кажется. Хорошо, что паладины еще постепенно себе восстанавливают здоровье. А так бы они уже давным-давно бы здесь валялись. Так, кто у нас здесь? Разбойники и лучник теней. Вот это что-то новенькое. По-моему, мы с вами не встречались еще ни с какими лучниками. Так, разбойники. Разбойников крошим, крошим. Так, ага, вот. Лучник теней. Меткие лучники, расстреливающие всех солдат на своем пути. Вот, вот тебе и незадача. Давай, может быть, мы их немножко вот, вот... Дай, подожди ты, вот так как-нибудь отвлечем. Я не хочу просто, чтобы у меня паладины упали. Ой, как сильно этого не хочу.
Ох, как они быстро справляются-то, а? Смотрите. И причем паладины тупо стоят, даже ничего не делают. Не отвлекаются на них вообще никак. Есть. Ох ты. Волшебный. Так, волшебник умеет перекраивать реальность и развивать... И разить врага смертоносными лучами. Хорошо, посмотрим, ребят, как это у нас будет выглядеть. Да нате вот вам. Расстреливаем, расстреливаем. Ах, как они все-таки... Не хочу, чтобы паладины упали мои. Да сколько же вас здесь, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Паладинчик мой сейчас упадет. Упадет, упал. Нет? Ну, сейчас упадет, ребят. Нет. Нет, выжил все-таки. Молодец. Ух. Так, давайте вот эту, наверное, тоже улучшим сразу же. А сюда мы с вами можем поставить вот так вот башню лучников. Ого. Полетели, красавцы. Смотри, что происходит, ребят. Но с ними лучники довольно хорошо справляются. Я еще тут башенку, да, она вообще на раз их убивает. Давай, 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 мне нужны деньги. Так, давайте вот здесь еще улучшим своих лучников. Вот здесь еще одну башню поставим. Ну-ну-ну-ну-ну. Не подводим папочку. Защищаем свои эти границы. Ух. Грубо говоря, это халявные деньги сейчас были заработаны. Вот именно на горгульках. Так, следующая волна. Ой, опять же хотел посмотреть. А, ну тут это... Мелочь пока идет. Сейчас пару бомбард и... Да. Просто разносим их в хлам. Ха-ха. Ну, за счет... А вот эти вот ребята уже покрепче будут. Но все равно должны разбомбить их. Вот. Все-таки довольно неплохо, что у меня здесь вот по бокам лучники стоят и прикрывают. Бомбарда как бы их коцает, но не добивает. Ну и, естественно, то, что вот здесь паладины стоят, тоже нам очень даже на руку. 230 нужно. 230 голды, чтобы я мог улучшить себе башню. Во. Лесные братья, пускай помогают. А, это что у нас? А, это огры, ё-моё. Чё-то я даже не признала с испугу-то. Ты посмотри, какой... Какой наглый, крепкий, а. Так, давай подкреп сюда быстрее. Ну-ну-ну-ну, разобрали, молодцы, умницы. Так, фу. Все-таки мы устояли, ребят. 320, я смогу улучшить бомбарду, артиллерию, гаубицу. Как хотите ее называйте. Но вы поняли, о чем я говорю. Кто тут у нас? Опа, темные рыцари. 4 штучки. Но это, я думаю, не конец. Мы можем с вами вот так вот сделать. Крестьяне, ну! Дай им по барабану. Стоят, как неприкаянные. Так, я хотел гаубицу, да, улучшить. Во! И бум с такой ракетой. По башке-то получить. Мало не покажется. Кстати, смотрите, как магичка хорошо работает против вот этих вот олухов. Очень замечательно сносит броню им. Мне нравится. Так, и кто у нас тут? Лучники теней. И, наверное, здесь тоже. Сейчас вот я чувствую, это все сделано специально, чтобы убрать моих рыцарей, моих паладинов. Да ё-моё, ты посмотри, сколько... Так, ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо все. Бомбарда, да куда же? Ну ладно, в принципе, хорошо, что в темных рыцарей стреляешь. Но хотелось бы, чтобы ты и лучников, ты бы их наверняка намного быстрее бы снесла бы. Ай-яй-яй-яй, очень большой наплыв идет. Сюда, кстати, тоже можно было бы вот так вот сделать. Чего я глуплю-то? Ой, рыцарь один упал у меня. Ай-яй-яй, вот это плохо. Так, могу улучшить? Могу. Не пройдете, гаденыши. Блин, а еще 5 волн будет. О-оу. Тут вообще нету рыцарей. Жесть. Вот так вот, ребятушки. Все довольно тяжело становится. Да-да-да-да, конечно. Разогнались, побежали они. Не тут-то было. Все будете валяться у меня здесь. Так, здесь закромсали. Давайте не пропускаем этих стрелков темных.
Отлично. Так, вот сюда вот, наверное, мы вот так вот сделаем, чтобы хоть как-то отвлечь. Эй, последний паладин сейчас упадет. Да, ребята, к сожалению, он упал. Слушай, о, подожди. У нас, да ё-моё, да. Тю, отлично бомбит. Смотрите, каким-то лазером электрическим. Ха-ха. Думали на халявку здесь пройти. Да вот кукиш вам. Кто здесь? Огры, гоблины и вульфы. Это для нас ерунда, ребят. Гоблины, тут орки всякие. Их-то мы разберем с полтычка, я даже не сомневаюсь в этом. А, тут еще можем улучшить. Так, терновник бы, конечно, хотелось. Но столько стоит. Мне жалко, честно говоря, денег столько тратить. Ё-моё, пока ни одного. Так, во! Башня магическая жарит. Не по-детски. Давай, не пропускаем. Пока еще у нас никто не успел пройти. Да я задержу его маленько. Эй, волки, вы там далеко собрались-то? Ну, молодцы. Ух, пока у нас все идет замечательно. Ну. Так, здесь отбили. И здесь тоже. Так, у меня даже деньги есть на развитие. Так, что же мне улучшить? Да, давайте так сделаем. Оу. Луч смерти. Раз в 20 секунд обращает одного врага в пыль. Телепортирует до 4 врагов на случайное расстояние назад каждые 10 секунд. Отлично. Ну, где кто? Опачки, гаргульки летят. А у меня как раз здесь луч смерти. Тю, на раз их убивает. Хе-хе. Не пройдут. Не должны. Мне бы, конечно, вот эту вот башню еще улучшить. Хотя мы можем вот так сделать. И братьев наших лесных улучшить. Так, подожди, мне кажется, что их тут что-то слишком много как-то. Уж больно крупный напор. Давай. Так, всех расстреляли почти. Следующая волна у нас будет темный рыцарь 6 штук, мародер и лучник теней. И здесь то же самое. Угу. Хорошо. Вот так вот мы сделаем. Попытка не пытка. Блин, жалко, что, конечно, паладинов у меня здесь расстреляли. Они очень довольно хорошо сдерживали натиск. Расстреливаем бомбарный, не забываем, да. Я даже вот сюда вот так вот сделаю. Конечно, эти крестьяне лопухи, но все-таки доли секунды какие-то мы можем их удержать. Ох, 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 что тут происходит, ребят, вы посмотрите. Так, тут же мы тоже можем изучить. Давай, терновник. Пускай задерживаются они. Так, лучники. Улучшаемся. Так, пока все отлично. Опа, нежданчик такой. Посреди ихнего похода. Ха. Ну что ты, темный рыцарь, ведь не пройдешь же. Ребята, и последняя волна у нас сейчас будет. Кто у нас в ней? Джаггернауты. Одна штука. О-оу, это что еще за джаггернаут? Погнали, посмотрим, ребята. Кто такой? Оу, это типа босс у нас. Что он там делает? Ох ты, ты смотри, он каких-то приспешников бросает. Причем в камнях они находятся. Да ладно, ты сейчас будешь тут мне плодить сейчас. Ё-моё, хорошо, хоть они ватные, разбираются довольно быстро. Но мне почему-то от этого не проще. Это что такое за ракета еще там полетела? Так, я улучшить больше ничего не могу. А, могу здесь. Зачем я улучшил здесь-то? Хотя правильно все сделал. Так, подкрепление, давай, бомби его потихоньку. Хе-хе, такие мелкие, оп, просто на ударах. Ага, он решил пойти длинным путем, да? Не стал здесь идти. Ну что ж, это, конечно, он сделал зря, ребят. Я не могу понять, он что, еще ракеты какие-то пускает в меня? Да, по ходу дела. Не пройдете. Не допущу я этого. Так, лучники, давайте вот так сделаем. А здесь отравление влепим.
Но он достал же, если честно, своими вот этими вот камнями, из которых вылазят какие-то маленькие. Ага, голова голема их звать. Слушай, может быть, метеоритным дождем его немножечко пригреть, а? Достал он уже корень. По-моему, бесполезно. Но зато сейчас башня будет жарить по нему. Ай, как ему не нравится, а? Как же тебе не нравится. Смотрите, у него хпшки просто улетают. Медленно, но уверенно. Да, длинный у нас здесь оказался почему-то бой. Я думал, что будет все намного проще и быстрее. Ну, падает и уже. Есть. Победить Джаггернауда и спасите Империю. Ну что же, ребята, 3 звезды получили с вами. Ух, да, напряженно, но тем не менее, первого босса мы с вами заколбасили. Новое испытание. Сражайтесь с бесконечными врагами и боритесь за лучший результат. Нет, я пока к этому еще, наверное, ребята, не готов. Стрелки получают шанс нанести удвоенный урон. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Ну, а на этом все. Всем пока, удачи и до новых видосиков.